аэропорт Шереметьево. Всем доброе утро. Такой современный, красивый. Часы показывают 7:51. Наше время московское. Красивое табло. Все рейсы и часы. Красиво. Немножко прокатиться, да, Лен? Ой, какая большая очередь. У нас 121 выход. Ну, здесь в коврах все. Узбечка называется. Ой, как красиво. Ковры. Красиво. У нас 121 выход, а здесь только что 113, 114. Еще долго чапать. Так что, Ален, пойдем доедем? Пойдем. Я устала ходить. Крошка-картошка. Нашли мы свой 121-й. Из той кафешечки. Вкусненько пахнет. Где ты, Ален? С Аленкой кофе и шикарные места. Мы смотрим, как взлетают самолеты. Какая прелесть. Небо чистое, небольшие облачка. Еще один пошел. Видишь, как хорошо, у тебя дом, у меня самолет. Такие у нас лежачие места. Кофе. И мы провожаем самолеты. Очередной взлетает. Взлетает. Разгоняется большой такой самолет. И полетел. Один стоит на очереди. Второй уже сейчас будет взлетать. Ну, разгоняться будет. Сейчас мы посмотрим, как он будет взлетать. Окно, правда, грязное. Но видно хорошо. Разгоняется на другой линии самолет.
А вот этот в очереди уже стоит. О, пошел, пошел, пошел. Сейчас на разгон. Давай, 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 давай. Рыба. Так вот. Тоже яблочко, тортик мини и чай черный с лимоном, у Алены зеленый с лимоном. Попробуем. Не знаю, на какой мы высоте летим, но практически весь полет тут вид на землю. Безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Благодарю за внимание. Прекрасный полет, погода отличная, 20 градусов в Самаре. Прекрасно долетели. Вызвали такси, ждем. Погодка хорошая, 20 градусов, солнечная. Говорю, небо прям такое чистое, что долетели, вот все было видно даже. Так хорошо. Аэрбас был у нас. В прошлый раз Боинг туда-обратно, Аэрбас от Аэрофлота. Все очень вкусно. Когда ты понимаешь, что уже дома. Эй, собак, ты дурачишься? О, Баксик. Баси нас ждал. Маленький. Дурачится. Все отдыхают, он дурачится. Ему дома скучно. Басенька. Хочу играть, да, Бас? Хочу беситься. Ты сладкий. Сладкий, что ли? О. Кто озорник? Кто озорник? Кто озорник? Кто озорник? Чего ты? Вот никто с ним не играет. Принес мне носок свой для игры у него. И лежит, бекает. Кто бекает, лежит? Ну, рыжулька мой. Кто бек? Бекает кто? Кто бекает? А ей хочется беситься. Никто с ним не играет. Маленький. 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 Скучно тебе, да? Маленький. Малышка мой. Басенька, ты рад, что мы приехали? Басенька, завтра Алена дома. Еще, а я на работу. Завтра у нас какое? 30-е. 30-е, 31-е еще. Да, Алена дома.